На днях папарацци удалось заснять Кэти Холмс с ее единственной дочкой от экс-супруга Тома Круза. Фотографы поймали звездную маму в аэропорту по прилете в Афины. И фанаты актрисы не могли не заметить, что Сури чем дальше, тем больше становится похожа на своего отца. Он, как известно, после развода с Кэти практически отказался от Сури. Во всяком случае, актер не видел дочку уже почти 5 лет. Несколькими днями раньше и сама Кэти поделилась новым снимком Сури, который меньше, чем через месяц, исполнится 13 лет. Она запечатлела девочку, когда та помогала ей участвовать в благотворительной акции «Везите в лагерь беженцев». В Грецию Кэти прибыла с гуманитарной миссией, и Сури с энтузиазмом вызвалась поработать вместе со своей мамой. Она трудилась в лагере в качестве волонтера и охотно играла с детьми беженцев. У моей девочки очень щедрая, нежная и чувствительная душа. Еще когда она была совсем маленькой, она просила меня отдавать ее игрушки другим детям, из тех семей, которые в этом нуждаются, рассказала Холмс некоторое время назад. Заметим, что расставшись с Крузом, Кэти полностью посвятила себя воспитанию дочери и работе. И хотя еще 5 с лишним лет назад она начала встречаться с актером Джейми Фоксом, Холмс так не вышла за него замуж. А недавно распространился слух, что Кэти поставила точку в отношениях с Джейми.